Надоело бегать с дефолтными скинами. Вышел новый кейс, а у тебя нет возможности открыть его. Хочешь Драгонлор или Керамбит? Тогда тебе на CSGO Nice джекпот для лучших. Ссылочка в описании, короче. Всем привет, с вами Акул. И представляю вашему вниманию обзор моего инвентаря стоимостью 500 000 рублей. Мой любимый немного поношенный USP StatTrak. Охуенный скин, приятно выглядит. Ну и конечно же, куда же без него? Шведский дигл за 330 рублей после полевых испытаний. Незаменимая штука на эко-раундах. StatTrak P250 пятно прямо с завода. Считаю этим пистолетом просто полным имбалансом. Когда же его понерфить, не знаю, но мне он очень нравится. Один из самых старых и первых моих скинов. StatTrak Glock 18, татуировка дракона. Tech 9 из новой коллекции. Какой же он охуенный, ребята. UMP Пламя за 550 рублей прямо, мать его, с завода. Петух P90 StatTrak, мать его, Азимов. Да-да, та самая кровь воде, которую выпадал мне при крафте Драгонлора. Сувенирный FAMAS STIX. Неплохая пушка за умеренные бабки. Один из самых охуенных скинов. МАК-10 неоновый гонщик прямо с завода. Самый старый скин в моем инвентаре. Лаки. Закаленный в боях, а выглядит как прямо мать его с завода. Та самая Икари с редким паттерном, который я скрафтил, кстати, можете посмотреть видос. Эх, раньше она стоила 12 тысяч рублей, сейчас же она очень-очень подешевела. Один из самых дорогих скинов в моем инвентаре, StatTrak АК-47, огненный, мать его, змей. О да, я помню тот день, когда я его скрафтил. Какой же он охуенный, ребята. А вот и сюрприз для вас. М-ка, мать его, вой прямо с завода. О боже, как же она сексуально выглядит. Самый дорогой скин, которым не когда-либо выпадал в кейсах. StatTrak АВП Азимов, закаленный в боях, а выглядит как прямо, мать его, с завода. А вот это АВП мне подогнал мой зритель. Огромное спасибо. Наклейка на этом АВП стоит 15 тысяч рублей. АВП «Красная линия» с редкой наклейкой Complexity. И, конечно же, самый дорогой скин в моем инвентаре. АВП Драгонлор прямо с завода. О боже, боже мой, какой же ты сексуальный. Нож, который я выиграл у Семченко на CSGO Nice, ребят. Штык-нож градиент. Да-да, тот самый, который выпадал Мэвилу. Ну, конечно же, это не тот самый, но очень уж похож. Керамбит — мой любимый нож в CSGO. Но керамбит кирового паутина, конечно, не самый любимый, но охуенный скин, ребята. 22 тысячи рублей после полевых. Все прелести этого скина вы можете почувствовать только если выкрутите графику CSGO на максимум, ребята. Ну и самый дорогой керамбит в моем инвентаре. Керамбит волны фаза первая. Какой же он пиздатый, ребята. Реально, не было жалко давать 30 тысяч за такой скин. Единственный StatTrak нож в моем инвентаре. 41 тысяча рублей. Боже мой. Ну и самый мой любимый нож на данный момент. Это штык-нож М9 кровавая паутина прямо с завода за 44 тысячи рублей. Ну вот и все, ребята. Надеюсь, вам понравился обзор моего инвентаря. Вы поставите лайк. Если вам нравятся такие обзоры инвентаря, ставьте лайки. Я любитель поменять что-то в своем инвентаре, поэтому думаю, через полгодика, когда я сделаю видос,
будет нечто охуенное. И совершенно другие будут скины. Но посмотрим, я часто меняю скины, поэтому, ребят, если хотите видеть следующую серию, ставьте лайки под этим видео, я посмотрю, стоит ли делать вообще такие видосики. С вами был Акул, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте заходить на CS GO Night Jackpot для лучших, ссылочка в описании. Всем пока, ребят!